Вор! Грязный вор! Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Альтаир, мне нужно встретиться тут неподалеку со своим человеком. Но стража, похоже, имеет на меня зуб. Каждый раз нападают, как только заметят. А я уж не тот боец, что в былые годы. Можешь проводить меня? Ты заплатишь за свои грехи! Спаси меня! Убийца разбудил. Ты смеешь красть у меня на глазах! За это ты поплатишься жизнью! Что это? Удивительные друзья, шайтан всюду вокруг нас, смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, гнусный и неверный. Сильными, как салат. Гебель, как верный. Эльфурая. Он только что убил человека. Чем я воина иметь испёртый? Если Ричард... Мы должны дать ему возможность сделать это. Человек-убийца! Умри! Он всегда был нашим. Он убийца! Защищать его до самой смерти! Это... Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Тебе конец! Умоляю, не уходи! Подайте пару монеток! А чего они... Помогите! На помощь! Пошлите за подмогой! Хорошо. Я здесь в безопасности. Они не рискнут пролить кровь в святом месте. Кстати, в суматохе мне удалось стащить вот это у стражника. Держи, пригодится. Войны пожирают землю. Ну так где же ты? Тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим. Очень странный тип. Не понимаю, чего он хочет добиться. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога,
чтобы он вернулся с победой! Слава Салах ад-Дину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Неверный король хочет перебить нас всех до единого! Мы должны защищаться! Будьте бдительны, друзья! Шайтан всюду вокруг нас! Смотрит, ждет, искушает нас! Будьте сильными! Сильными, как Салах ад-Дин! И сражайтесь с врагом так, как можете! Будь проклят христианский король и его армии неверных! Они пошли против воли Бога, и они заплатят. Огонь войны пожирает землю. Что вы будете, Давса? Защищая свой дом. Зачем он делает? Но я говорю, умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим. Видел заказ? Нам надо починить площадку для проведения очередной казни. Это та, что у западного края храма Соломона. Я как раз туда направлялся. Столько смертей. Скорее бы вернулся настоящий правитель и принес бы правосудие в этот город. Да, а не тот фарс, что устроил из суда Маждадин. Как такое вообще могло произойти? Все, кто пытался заменить Салах ад-Дина, погибли по разным причинам. В конце концов, место досталось Маждадину, а ведь он был простым писцом у эмира. Как удобно. Не удивлюсь, если именно он стоял за этими смертями. Тихо! Если нас услышат стражники, казнят за измену на той самой площадке, что будем чинить сегодня. Идем, пора за работу. Он сошел с ума. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть! И суд они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу. Зачем он это делает? Тебе сюда нельзя. Уходи. Что он делает? Стой! Ты не пройдешь здесь! Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Умри его! Умри, Нафир! Коркас! Бутарапа! Это не дети! Гебер, Нафир! Убийца! Стража! Я не могу. Ты уже проиграл, даже если и не понимаешь этого. Ох, ну и варвары.
İşte kaçıyor. Durdurun. О, Боже! Стража! Скорее сюда! Он только что убил человека! Будь проклят, христианский король! Гебер, кафир! Это безумие! Остановись! Я! Насилие не видно! Да, твою душу! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! О, нет, это не опять! Похоже, он торопится. Он в кого-нибудь врежется. Ни шагу! Прости, Ахмат. Они пришли так неожиданно. Мой сын? У них мой сын? Что с ним сделают? Мы делали все, что могли. Что с ним сделают? И его казнят. Сегодня. Нет, я не допущу этого. Но что мы можем? Машт один не послушает нас. Он говорит, что волю Бога оспаривать нельзя. Это не воля Бога. Это безумие. Я сам пойду к нему. Где он? Он будет присутствовать на казни. Вернее, проводить ее. Он этим просто наслаждается. Нельзя терять времени. Идем. Саутаридо!
Что я сделала? Интересно, куда это он? Он точно кого-нибудь убьет. Не стоит. Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой земли. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салах ад-Дин. И сражайтесь с врагом так, как можете. Будь проклят христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. И все они... Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество, насилие, безумие. Мы должны дать им... Слава Салах ад-Дину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы... Но ведь этому должна быть причина. Проклятые лучники, мы должны были совершить нападение на одного из лейтенантов Мадж-Адина. Но пока крыша не опустеет, об этом и думать нечего. У меня нет свободных людей. Может, ты поможешь? Смотри, чтоб тебя не заметили, иначе придется начинать все сначала. Войны пожирает землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю, слава! Тебе не следует находиться, уходи. Ты от меня не уйдешь. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их. Лучники все еще остаются на местах. Уничтожь их. Будем же молить Бога, чтобы он с победой! Отстанешь меня! Каждый день мы боремся за то, чтобы сохранить веру. Но мы лишь люди, мы слабы. Мы можем проиграть. Мадж-Адин хочет, чтобы мы всегда могли вернуться на праведный путь. Покайтесь, и он вас помилует. Но если вы попытаетесь убежать, спрятаться, то вас найдут и накажут. Следите за теми, кто вас окружает. Каждый может поддаться искушению. Если вы узнаете, что кто-то приступил закон, сообщайте об этом, как бы ни был незначителен проступок. Маленькое прегрешение сегодня ведет к большому преступлению завтра. Мадж-Адин поможет, ему лишь надо знать имя преступника. Следите за теми, кто вас окружает. Каждый может поддаться искушению. Если вы узнаете, что кто-то приступил закон, сообщайте об этом, как бы ни был незначителен проступок. Маленькое прегрешение сегодня ведет к большому преступлению завтра. Мадж-Адин поможет, ему лишь надо знать имя преступника. В наших сердцах тьма,
Каждый день ждет. Мы боремся за то, чтобы нас сохранить веру. Будьте сильными, сильными, как Салах ад-Дин, и сражайтесь с врагом так, как можете. Тебе сюда нельзя. А? Слава Салах ад-Дину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Я начинаю понимать, почему тебя так ценит Аль-Муалим. Ты должен убить Мадж ад-Дина, да? Тогда слушай внимательно. Он обожает перед казнью читать осужденным мораль. При этом он поворачивается к толпе спиной. Идеальный момент для удара. Ну, а теперь мне нужно идти к своим людям. У нас тоже полно дел. Он войдет в Иерусалим. Мы должны дать ему возможности сделать это. Этот год. Следите за теми, похоже, кто нас окружает. Вот так же можно сказать. Скажи на милость. Беги, пока можешь. Тебе не победить. Он только что убил человека. Даже если и не понимаешь этого. Слава Богу, ты спас меня! Каждый может поддаться искушению. Весь город узнает о твоем подвиге. Если вы узнаете, что кто-то поступил закон, сообщайте об этом. Как бы ни был незначителен проступок. Армия неверных. Это прегрешение сегодня ведет к большому преступлению завтра. Мадж ад-Дин поможет, ему лишь надо знать имя преступника. Нет подлее человека, чем отвернувшийся от закона. Ибо закон был дарован нам Всевышним. Хвала ему, и велик он. Отрицать закон значит отрицать Бога. А на свете нет большего зла. Мадж ад-Дин понимает это. Он накажет преступников и защитит праведных. Нет ничего дурного в том, чтобы сообщать о тех, кто отвернулся от закона. Мы ничто без нашей веры. Отказаться от закона значит отказаться от веры. А этого нельзя допускать. Я бы звал нас меня убить. Помогите! Не принято, ваш твой душ. Так тебя явно надо проучить. Я еще не дисциплинирована. Какая это будет просто. Это не идет. Кто думает, что одолеет меня? Убирайся прочь с моих глаз! Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких... Следите за теми, кто вас окружает. Каждый может поддаться искушению. Если вы узнаете, что кто-то приступил закон, сообщайте об этом. Как бы ни был незначителен проступок, маленькое прегрешение сегодня ведет к большому преступлению завтра. Мадж ад-Дин поможет, ему лишь надо знать имя преступника. Нет ничего дурного в том, чтобы сообщать о тех, кто отвернулся от закона. Мы ничто без нашей веры. Отказаться от закона значит отказаться от веры. А этого нельзя допускать. Убирайся вон, или я за себя не отвечаю.
Сделаешь так еще раз, позову стражу. Это было глупо. Почему они дерутся? Не убивай! На помощь! На помощь! Я ничего не заслужил. Хватит! Я еще дышу. А значит, тебе нужна не просто моя жизнь. Что ты хочешь? Ты хорошо знаешь Маждадина? Лучше многих. Он выглядит слишком праведным. Закон действительно важен для него. А ты как думаешь? Я думаю, он что-то скрывает. И надеюсь, ты скажешь мне, что... Это лишь маска. Все это. Такие, как я, мы должны пугать людей, вселять страх. Те, кого он убивает, не преступники. Но они очень опасны. Опасны для кого? Для их планов. Да. Он говорит и о других. Тех, с кем он работает. Или на кого работает. Я не уверен. Им нужен город. Управлять им очень важно для них. Почему? Можешь спросить его самого на одной из казней. Он очень разговорчив. Беседует с толпой. А руки у него обогрены кровью. Это все. Пока я не рассердился на тебя! О, нет! Что случилось? Что тебе? Что случилось? Кто? Кто это? Отстань от меня! Надо уна! Грязный вор! Мимбаефер! Что он делает? На пол! Ой, помогите! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Отстань от меня! Я ничего не сделала! Пожалуйста, господин, подай! Зачем ты так сделаешь? Я не обидела! Очень странный тип. Ты смеешь красть у меня на глаза? За это ты поплатишься жизнью. Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Ты смеешь красть. Скажите, зачем он это делает? За это ты поплатишься жизнью. Что он делает? Вор! Грязный вор! Я прошу всего лишь... Тебе что-то нужно? Этому должно быть. Что-то дурак совсем выжил из ума. Покинь это место. Убирайся. Тебе сюда нельзя, убирайся. Убирайся. Вор! Грязный вор! Он чем я буду иметь? Это человек-убийца! Это время! У меня совсем не Со мной Аллах, как остановите? Тебе не победить! Не верю! У тебя нет ничего шанса! Чем я воина иметь из тёрсу? Ты заплатишь за свои грехи! Кто-то должен остановить это. Интересно, что здесь произошло? Какой кошмар?
О боже, стража, скорее сюда! Он только что убил человека! Это больно! Лучше ему не создавать проблем. Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Ну помогите же! Грязный воришка! Увидишь, тебя отрубят руки! Ну помогите же! Не по-неверному! Ты уже проиграл, даже если и не понимаешь этого! Тебе не понимаешь! Оставайся, кандидат! Добром это не кончится! Хорошо, что ты так вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязана тебе. Кто мог совершить такое? Кто мог сделать такое? Ты вернул себе титул мира и покоя. Я так рад тебя видеть. Они требуют доказать, что я достоин, но когда я сравниваю себя с тобой, то чувствую себя таким жалким. Мне нужно убить двух людей Мадж-Аддина, не вступая с ними в бой. Ты покажешь мне, как это делается. Я буду очень благодарен и расскажу тебе кое-что важное. Почему он тут? Ему нужно было смотреть, куда он шел. Это ужасно. Не понимаешь, у меня совсем ничего нет. Что здесь произошло? Стой! Ты не пройдешь здесь! Мама... Какой кошмар! Кто это сделал? Это человек убийца! Стража сюда! Лучший из всех когда-либо состоявших в клане. Вот что мне известно. Когда я подметал храмовую лестницу, то услышал разговор ученых. Те говорили о том, как легко они смогли пробраться мимо солдат, охраняющих проход на площадь. Если ты рассчитаешь время, они будут тебе хорошим прикрытием. Но наверняка ты это уже знал и сам. Что это? Что тебе от меня нужно? Похоже, он куда-то очень спешит. Стража, этот человек убийца. Он кого-нибудь слушает. Думаете, кто-то гонится за ним? Я стою перед вами, дабы найду вас. Если Ричард захватит Яху... Делайте же что? Ричард неверный! Он... Стража! Он серьезно думает, что одолеет меня. Тебе конец! Чем я больше имею счет?
стою перед вами, дабы предупредить. Как ты это сделал? Его уже не остановить. Он выиграл. Мы не должны дать ему возможность сделать это. Я найду. Способ отплатить тебе, клянусь. О, нет, это ужасно. Я буду с тобой до конца. Пошлите за подмогой! Здравствуй, друг. Будет нужна помощь. Сюда! Он уже закрылся! Кмудуалай! Ты от меня не уйдешь. Узнайте, куда он пошел. Сюда! Он здесь! Отрублю голову! Мы нигде не можем найти его. Это больно! Беда, Атека! Следи за собой! Смеешь красть меня на глаза! За это ты поплатишься жизнью! Смерть и ужас несут они нам! Салах один! Сейчас! Не верьте, я тебе голову!
Отрублю голову! Слава богу, ты спас меня! Стража! Ведь... Город узнает о твоем подвиге. Что? Я гадал, когда ты появишься. Что здесь произошло? Слава Салаха! Как ему и надо, нечего толкать. Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Уходи-ка, пока я не рассердился на тебя! Итак, мы наконец встретились. Кажется, я видела все, что можно. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Должно быть, бежит от кого-то. О, почему он такой же мудак? Что тебе нужно? Теперь не должны бегать по городу. Он должен прекратить это ребячество. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард... Есть новости, ученик? Я не ученик. Мастерство человека видно по его поступкам, а не по знакам различия. Мы можем обмениваться колкостями, а можем заняться делом. Говори, что хотел сказать. Маждаддин устраивает публичную казнь. Там будет охрана. Но ничего такого, с чем я бы не мог справиться. Я знаю, что мне делать. Вот поэтому я и называю тебя учеником. Ты не можешь знать. Лишь предполагать.
ты должен быть готов к тому, что не прав. Сколько раз, Альтаир, мне нужно напоминать тебе об этом. Ты закончил? Не совсем. Один из тех, кого должны казнить, наш брат. Аль-Муалим хочет, чтобы он остался жив. Не думай о том, как спасти его. Этим займутся мои люди. Но ты не должен допустить, чтобы Машт один забрал его жизнь. Не подведи нас, Альтаир. И не теряй времени. Перемотка на более поздний участок памяти. Где проходят они? Они говорят, у них высшая цель какая? Невежество? Насилие? Безумие? Мы должны дать им отпор любой ценой! Зачем он это делает? Нет, умоляю, не уходите! Подайте пару монеток! Он, похоже, спешит. سوف يراه أحد آجلا أو عاجلا لن يفلت من منظرنا. يا سيكوت. ماذا؟ من الذي فعل هذا؟ أخبرني. Тишина! Я требую тишины! Люди Иерусалима, услышьте меня! Я обращаюсь к вам, чтобы предупредить. Среди вас есть недовольные. Они сеют семена несогласия, надеясь сбить вас с истинного пути. Скажите мне, вы хотите этого? Хотите, чтобы вас завели в трясину лжи? Нет! Не хотим! Вот еще! Вы хотите дать отпор злодеям? Хотим! Да! Веди нас! Ваша преданность радует меня! Зло должно быть уничтожено! Лишь тогда мы будем спасены! Это не правосудие! Ты не имеешь никакого права! Что ты о себе возомнил? А вы все бездействуете, потакая преступлению! Будьте вы прокляты! Видите, как зло распространяется и поглощает других! Они хотели вселить в вас страх и сомнения, но я защищу вас! Вот перед вами четверо впавших в грех. Распутница, вор, игрок, еретик. Да свершится над ними правосудие Всевышнего! Скажите,
Суку! Неужели поосторожнее? Шлюха! Но грех остается неизменный. Она осквернила свое тело ради мирских благ. Каждый, кого она касалась, завязла навеки. Скажи мне, какова была твоя роль в этом? Ты хотел обелить себя, как остальные, и найти оправдание своим действиям? Братству был нужен город. Я хотел власти. Это была такая возможность. Возможность убивать невиновных. Они не были невиновными. Несогласные слова ранят, словно сталь. Они нарушали порядок. В этом я согласен с братством. Ты убивал людей за то, что они не разделяли твоей веры? Конечно, нет. Я убивал их, потому что мог это делать. Знаешь, как это? Ощущать, что судьба другого в твоих руках. Ты видел, как люди приветствовали меня? Как боялись. Я был словно Бог. Ты бы поступил точно так же, если бы у тебя была такая власть. Такое могущество. Может быть. Но я знаю, что бывает с теми, кто считает себя превыше остальных. И что же? Здесь. Я покажу тебе. أيها المرتد! أنت جدا! ولكنك لن تنتصر! الموت للكافر. سوف أنهي عيش. سوف أنهي حياة. ارحمني ارجوك. Помогите!
Может, за ним гонится кто-то? Ништяк, хочу! Дур-дурун! Побалаим! Почему людям всем... Умри, неверный! Гельбурая! Повыщите все! Путарафа! Прочь, дороги! Отродья! Путарафта! Хачман Хайдетман! Не потеряйте его! Его армия неверных! Это надо делать! Вот он! Он здесь! Быстрей! Быстрей! Не дайте ему уйти! Так будем же молиться! Гельбурая! С победой! Слава Салахаддину! Он защиту! Чем я бой не имею слежу? Неверный король хочет сейчас всех! Мы будьте бдительны, друзья! Шайтан всюду вас! Иерусалиму нужен новый правитель. Я слышал об этом. Надо же! А где же твои поучения? Я же наверняка допустил какую-нибудь грубую ошибку. Ты сделал, что должен был сделать ассасин. То, что ты ожидаешь хвалы за выполнение такого простого задания, беспокоит меня. Тебя все на свете беспокоит. Можешь поразмышлять об этом, но только по дороге в Масиаф. Здесь тебе нечего больше делать. Перемотка на более поздний участок памяти. Смерть и ужас несут они нам. Скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Закончили? Встать. Как скажете, док. Я заканчиваю сессию. Буду здесь. Вы уверены в этом? Да. Нет. Все как в Денвере. Не понимаю, как он... Конечно. Я понял. Ваши дела плохи, мистер Майлз. Что с ним такое? Они идут за тобой. Кто идет за мной? Ассасины. Эй, я тут ни при чем. Похоже, они решили вытащить тебя. Наверное, ты важнее, чем сам думаешь. Черт, это становится все запутаннее и запутаннее. Это было неизбежно. О чем ты? Битва, которую начал твой предок во времена третьего похода, она не закончена. А ты в плену у тамплиеров. Ведик, тамплиер? Ты не мог об этом знать. Они это хорошо скрывают. Но это ответ на твой вопрос. Ведик работает на них, мы все. Абстерго принадлежит им. Я думал, тамплиеры — это такие чуваки в смешных шляпах, которые пьют пиво и обсуждают планы захвата мира с какими-нибудь людьми-ящерами. Нет. Кроме, наверное, планов захвата мира. Послушай, Дезмонд, все очень непросто. Половина того, что мы знаем о тамплиерах, исходит от помешанных психов. А вторая половина — дезинформация самих тамплиеров. Но они плохие, верно? Работая здесь, я поняла, что никаких плохих не бывает. Все относительно. То, чего они хотят... Благо. Но как они хотят этого добиться? Ужасно. Действительно ужасно. Что они хотят сделать? Люси? Да. Мисс Стилман, нам нужно поговорить. Поднимитесь, немедленно. Иду, доктор. Извини, Дезмонд, мне нужно идти. Ложись спать. Ответы на все вопросы прямо перед тобой. Нужно лишь знать, как искать.
Дезмонд, у меня будут неприятности, если я не приду. А уйти я не могу, пока ты не в своей комнате. Черт, они заперли дверь. Черт, они заперли дверь. Похоже на какой-то код доступа. Мне не хватало вас утром, док. Ванимус, пожалуйста. Мне нужно, чтобы вы легли, Дезмонд. Готовы приступить к работе? Вы можете использовать незаметные убийства, чтобы... Подойди, Альтаир. Хорошо ли ты отдохнул? Готов к оставшимся заданиям? Готов. Но у меня есть несколько вопросов. Задавай их. Я отвечу. Король-купец Дамаска убил знать, правящую городом. Маждаддин в Иерусалиме страхом заставлял подчиняться себе. Вильям собирался убить Ричарда и захватить Акру своими силами. Все эти люди должны были помогать своим вождям, а вместо этого предали их. Я не понимаю, почему? Разве ответ не очевиден? Тамплиерам нужна власть. Каждый из тех, кого ты упомянул, хотел захватить город и передать тамплиерам. Тогда бы они получили власть над Святой Землей, а со временем и над другими странами. Но им не добиться успеха. Почему? Для их планов необходимы сокровища тамплиеров. Частица Эдема. Но она в наших руках. А без нее они бессильны. Что за сокровище? Это искушение. Это лишь кусочек серебра. Взгляни. Что я должен увидеть? Этот кусочек серебра изгнал Адама и Еву из рая, превратил посохи в змей, разделил воды Красного моря. Ириния начала этим кусочком Троянскую войну, а один плотник превратил воду в вино. Он выглядит довольно скромно для такой вещи. Как он работает? Тот, кто владеет им, властвует над сердцами и умами всякого, кто на него посмотрит. Вкусит его, как они говорят. Люди Гарнье? Были подопытными. Травы использовались для симуляции эффекта. Талал снабжал их. Тамир снаряжал. Они к чему-то готовились. Но к чему? К войне. А остальные? Правители городов. Они хотели собрать народ и сделать из него людей, подобных тем, что были у Гарнье. Идеальных граждан. Идеальных воинов. Идеальный мир. Робер де Сабле не должен получить его. Пока есть тамплиеры, они будут пытаться. Тогда их нужно уничтожить. Этим ты и занимаешься. Сейчас ты должен заняться еще двумя тамплиерами. Первый – это Сибрант из Акра. Второй – Джубаир из Дамаска.
Начальники бюро введут тебя в курс дела. Как скажете. Не теряй времени. Роберто Сабля без сомнений в ярости от наших успехов. Его люди будут из кожи вон лезть, чтобы тебя найти. Они знают, что придет человек в белом капюшоне. Они будут искать тебя. Им не найти того, кто растворится в толпе. Вот. Это мой подарок. В благодарность за отличную работу. Он бежит от кого-то. Сфокусируйтесь на цели. Нет, блин. Люди спокойно реагируют на тех, кто забирается по лестнице. Христианский кого он бежит? Армия неверных. Они пошли против воли Бога. И они заплатят за это. Куда это он так лишь спешит? Страдания так не делают. Остаются зачем там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель. Какая? Невежество? Насилие? Безумие? Мы должны дать убирайся, черт, пока цел. Отпор любой ценой. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему... Он нашел в себе силы на защиту нашей великой цивилизации. Ты умрешь здесь, сейчас! Ну помогите же! Тебе здесь делать нечего. Уходи! Прекрати! Ты делаешь мне больно! Тебе конец! Беги, пока можно!
подвиги. Кто видел, что... Неверный! Тебе не нужно Разбегаемся, они идут! Это добром не кончится. Тебе не стоит сейчас. Мы будем вмешиваться, выполняй задание. Готовьте оружие! Готовьте оружие. Я буду с тобой, Джонка. Я видел этого убийцу! На помощь! Сегодня я убил тамплиера. Но вообще-то это хорошие новости. Я даже нашел при нем письмо и отдал его Нумаиру. Он сказал, что разыщет тебя и передаст письмо. Но по твоим глазам я вижу, что этого не произошло. Поэтому не... Не трать зря время со мной, а разыщи Нумаира и забери у него письмо. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Что? Что здесь произошло? Что это? Что это?
Кто мог сделать такое? Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. Пошел прочь! Хэл асабаху джунун? Что он делал? Он был учителем, лжепророком. Но затем Джубраиру открылся путь. Он понял. Ты не сможешь бегать вечно. Почему ты так? Это нужно. А что я сделала? Сюда, как вы нам чеза? Качмасна, изин берми! Сюда, на помощь! Вот, а я халлес! Узнаешь, куда он пошел? Вот, а я халлес! Я что-нибудь. Я не буду я. Чем я буду? Я! Я! Бери, я не буду. Нет, Gel buraya! Смерть неверному! Побалуин! Gel buraya! Nasıl kaybettin bu ya? За ним! Скорее! Durdurun! Burada! Bu tarafta! Kovalayın! Yakınlarda biri. Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. Artık bir anlamı yok. Burada olmadığından eminim. Hırsız. Gebereceksin. Тебе нельзя здесь находиться. Хорсуздар барачина мустак. Хорсуздык якманы не чеза. Не понимаете, у меня совсем ничего нет. Нет, умоляю, не уходи. Хорсуздык якманы чезасы ölümдур. Тебе не следует здесь делает? Находиться, уходи. Хорсуздар сарачина мюстак. На помощь! Джубраиру открылся путь. Он понял, что должен сделать. Понял, что узнав правду, он должен нести ее людям. Убирайся, черт, пока цел. Убирайся. Что плохого я тебе сделала? Скажи на милость. Альтаир, сюда. Я искал тебя повсюду. Вот, возьми это. Наконец-то мне можно вернуться в Масиаф. Чтобы еще раз я вызвался кому-то помочь. Ну, помогите же. Вот, Айюхалес. Это Бона! Перестань! Лессон Хакир! Саафтау я дайте джазе Адарик! Ну, помогите же! Всюду вокруг нас! Лессон Хакир! Давай кого-нибудь другого! Будьте сильными! Сильными, как Салах ад-Дин! И сражайтесь с врагом так, как можете! Лучше там тебе не стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард
захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. Подайте пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Тебе сюда нельзя. Уходи. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Стой! Ты не пройдешь здесь! Здесь находиться. Прошу всего лишь пару. Пожалуйста, господин, подайте. Я хочу есть, я так голодна. Для чего он это делает? Чуть-чуть. Тебе не следует здесь находиться, уходи. Чем я более имею ты слёжу? Вы не служите сюда! Убить меня! Дороги, чёртово отродье! Катман, пойди, Этман! Что? Зачем тебе так? Тебе не уйти! Кем бой не иметь истерсун? Для больной голодной нищенки. Ничего нет.
Не убивай меня! На помощь! На помощь! Хоть что-нибудь для больной голодной нищенки. Я хочу увидеть, услышать его голос. Это можно устроить, но тут нужна осторожность. Есть те, кто противится просветлению. Они могут напасть. Они невежественные и трусливые. В твоих словах искренность, но могу ли я тебе доверять? Сам этот вопрос ранит меня. Ну хорошо. Мы каждый день собираемся в медресе. Он говорит с нами, а затем ведет в город, чтобы мы очищали его. Я могу стать одним из вас? Пойми, мы избрали непростой путь. Мы жертвуем всем ради нашего дела. Я понимаю. В таком случае приходи на нашу встречу. Посмотрим, насколько ты силен. Родные больные пухнут голодом. Подайте пару монеток. Подайте пару монеток. Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу! Сражаясь... Того, что мы верим. Для больной голодной нищенки. Участи слабнее. Ах, не понимаете, у меня совсем ничего нет. Он должен прекратить это. Может, хватит уже? Будь проклят христианский король и его армия неверных. Умоляю, они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Подходите, подходите. Большая распродажа. Боль войны пожирает землю, и тысячи людей, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим. Нет, участи славнее. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. О чем он только думает? Слава! Кидай, Чапир! Так к чему будем? Хочешь убить меня? Ахнут, пови! Ачалан! Обалаин! Обалаин! Нас оставит ты, Конор? Чеки, Тенар! Чабук, обалаин! Çekil önümden yok derim. Buraya. Seni gözüm kapalı bile yemem. Kime bunu yemek istiyorsun? Çekil önümden yok derim. Beni yenemeyeceksin. Kaybetmeyin onu. Benden bir daha buraya. Ya bana kataya. Tavfa tavutu huna ya. Kaçmasına izin vermeyin. Taharagu. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Bu da kahut! Hadi yakın gel! Ne var? Hadi bu yahu! İmkansız! Gel buraya! Gel buraya! Kime boyun eğmek istiyorsun? Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybettin. Hadi yakın gel! Belki farkında değilsin ama seni gözünde kapalı bile yenerim. Kaçın onu! Kime boyun eğmek istiyorsun? Gel buraya! Beni yenemeyeceksin. Hadi yakın da! Gel buraya!
جبر كافر يا كلب يا كلب يا Gel buraya. Çık ortaya ve dövüş. İşte kaçıyor. Kaçman fayda etmez. Gel buraya. Gel buraya. Kaçman fayda etmez. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Kaçman fayda etmez. Так он открылся и мне. Я укажу вам этот путь. Ваша жизнь — это ложь. Собранными злодеями, желающими поработить ваши умы. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш. Он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас. Смотрим. Друзья, шайтан всюду вокруг нас. Смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салахаддин. И сражайтесь с врагом так, как можете. Мы нашли место. Точно по описанию. Думаю, что он этим сам займется и побыстрее. Лучше ничего не говорить остальным. Мудрое решение. Честно говоря, я вздохну с облегчением, когда все закончится. Уже скоро, друг мой, скоро. Сегодня последний из них будет сожжен. Мальчик, иди сюда. Письмо все еще при тебе? Да. Так ступай и доставь его. Того, для кого оно предназначено, ты найдешь в медресе. Один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яффу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Куда он так спешит? Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш. Он всегда был нашим. И наш дом. Антахутан! Нет, не верю! Ничего не сделал! Ерунда!
Неверный, я поймаю. Как остановить это? Спасибо, спасибо. Я найду способ отплатить. Тебе клянусь. Куда же этот человек убийца? О нет, только не опять. Кто это сделал? Ты напугал меня. Может, за ним кто-то? Это видел? Человек, я уже старик. Уходи! Будь осторожнее. Мне было больно. Что это с ним? Затем Джураиру открылся путь. Понял, зачем ему это? Понял, что узнав правду, он должен нести ее людям. Он точно разобьется. И я вовсе не собираюсь ему помогать. Так он открылся и мне. Я укажу вам этот путь. На помощь! Помоги! Что же, а чем он это делает? Когда-то он был учителем. Затем Джубаиру открылся путь. Он понял, что должен сделать. Почему ты так сделаешь? Я тебя обидела. Он хакир! Я ничего не сделала!
مرتد. Это будет просто. Это невозможно. Ты заплатишь за свои грехи. Из-за чего не дерутся? Проклят Христос. Ты что думаешь, что одолеет меня? Вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Интересно, что здесь произошло? Это недобрый знак. Смотри-ка, что он делает? Он точно разобьется. Нет, умоляю, не уходи. Аллах всемогущий! Где ты? Я знаю, ты где-то здесь! Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Уходи, я пощажу тебя. И отцы наших отцов обитали во тьме, но мы не пойдем по их стопам. Нам дан шанс начать все заново. Позвольте Джубаиру открыть вам путь к прозрению, привести вас к свету. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Что? Что тебе нужно? Я что, похож на торговца? Нет. Ну и убирайся. Thank you.
Драка! А тебе безумие, я тебе покажу. Остановите! Да примет Аллах твой. Как остановить? Какая мерзость. Добром это не получится. Насилие это не ответ, дитя мое. В этом я с тобой согласен. Так что говори, тогда мой клинок не тронет тебя. Что задумал твой хозяин? Зачем ему уничтожать знания? Мы закладываем камни, чтобы построить дорогу, по которой пойдут все люди. Она ведет в лучшее завтра. Это не то, что я вижу. Значит, ты слепец. Слова на этих пергаментах — это яд. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты несешь бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть. Джубаир столько всего показал мне. Я просветлен. Ты фанатик. Очень опасный. Делай, что должен. Это ничего не изменит. Я не боюсь. А стоило бы. Сюда! Сюда! Отрублю голову! За ним! Скорее! Схватите его! Схватите! Там ходит убийца! Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Помогите! На помощь! А? Пожалуйста, господин, подайте. Мои родные больные пухнут с голода. Подайте. Для чего он это делает? Альтаир, друг, я смотрю, тебя тут многие ищут, как и меня. За мою голову тоже назначена награда. А мне нужно успеть отправить семью обратно в Масаиф. Ты можешь выполнить мое последнее поручение в обмен на информацию, а? Надо убить кое-кого в квартале Джубаира. Поспеши, друг. Я прошу всего лишь пару монет. Шайтан всюду вокруг нас. Что за болван? Смотрит, ждет. Искушает нас. Будьте сильны. Смерть неверному! Неверный! Ты можешь бегать вечно. Помогите мне. Умри, неверный! Отрублю голову. Это должен остаться. Это добром не кончится. Обыщите все. Чуть-чуть.
Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы должны дать ему возможность сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Пусть проклят христианский король и его армия неверных. Они не понимают, у меня... И они заплатят за это. Лишь страдания и боль остаются там, где проходят они. Кто мог совершить такое? Тебе рычащий. Как это произошло? Тебе не следует здесь находиться. Уходи. Напомни, перестань! Убирайся. Эрдисин! Ужасно. Бедняга. Что? Что случилось? Это ужасно. Ужасно. Где тот, кто заварил эту кашу? Зачем он это делает? Он точно разобьется. Покинь это место. Что? Кто это сделал? Кто это? Там! Да проклянет Аллах того, кто это сделал! Где ты? Тебе здесь делать нечего. Уходи. Что это с ним? Я так рад твоему возвращению. Ты цел и невредим. Мне уже пора идти к семье, но послушай, что я скажу. Я нашел карту, на которой указано, где ученые собираются сжигать книги и манускрипты. Будь осторожен. И да хранит нас будущее. Я передам своей семье привет от тебя. Подайте пару монет. Пожалуйста, господин, подайте. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Мои родные больные пухнут в голову. Подайте пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Нет! Умоляю, не уходите! Подайте пару монеток! Ребятные больные тут подайте пару монеток! Прекрати! Ты делаешь мне больно! Ты от меня не уйдешь! Сейчас ты умрешь!
Помоги ему, Аллах, он обезумел. Как можно
Вот она, Йоганна! Что за ней? Она ради Я все вижу! Имя у всех на устах. И в кои-то веки о тебе отзываются хорошо. Может быть, ты согласишься помочь мне в одном деле? Джубаир недавно нанял несколько торговцев шпионить за гражданами. Он снабжает их золотом, а взамен получает имена. Ты очень поможешь городу, если уничтожишь стойки с товарами этих торговцев. Тогда все это прекратится. Плохого я тебе сделала. Скажи на милость. Прошу всего. Зачем он это делает? Антахофана! Ты меня раздражаешь. Ты делаешь мне больно. Нет, не верну голову! Верни сюда! Только попробуй. Чем я бойный иметь твердый? Помогите! Ты уже проиграл, даже если и не понимаешь. Я не видел. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Только что убил человека. Чем я бойно иметь истёртым? Что, великой цивилизации! Знайте! Вот что бывает, когда бесчувствует всем остальным. Уходи! Неверный! Не дайте им! Ты не сможешь! Ищите везде! Правильно прячешься.
тебе сюда нельзя, убирайся. Убирайся, черт, пока цел. Отстань от меня, я ничего не сделала. Видите, смотрите, вот нас! Анта Халтана! И по отличной цене! Зачем ты так беззащитен? Совсем выжил из ума! Манчетасы Люндер. Убери неверные! Помоги мне! Чего вы имя Люндер? Чекита! Не уйти! Тебе не скрыться от меня. Сюда, он здесь. Ты не сможешь бегать вечно. Ты сделал большое дело, Альтаир. Взамен я поделюсь с тобой своим знанием. Тот, кто тебе нужен, одевается, как его последователи. Но ты отличишь его по богатым шитым золотом одеждам и большому кошельку, который он носит с собой. Найди его, брат. Пусть он познает боль. Здесь произошло. Это недобрый стал. Убейте его! Рублю голову! И не следует удар. Хватит бегать! Тебе все равно не уйти! Я! Из-за чего не дерутся? Там можно поздоровиться. Я поймаю! Кто это сделал? Убейте его! Ты от меня не уйдешь. Он здесь, где-то рядом. Ха. Он все не смог от меня скрыться. У меня для совсем чего ничего он нет. Разобьется? Слава богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. Пары монет. Я прошу всего. Варварские деяния. Добрый день, дорогой друг. Если я чем-то могу тебе помочь? Интересно, что он затеял? Двое фурну сейчас. От кого он бежит? Я стою перед вами. Наверное, чтобы предупредить вас. Какой страшный человек. О, герой Дамаска, заходи и поболтаем. Расскажешь о своих приключениях. Боюсь, у меня нет на это времени. Понимаю. Теперь я тебе не чета. Все не так.
Ну, конечно же, нет. Так чем я могу тебе помочь? Мне приказано отнять жизнь у человека по имени Джубаир. Старший ученый Салахаддина? Да. Он привлек на свою сторону всех городских ученых. Они задумали ужасное преступление. Какое? Собрать все знания города, все письменные труды. Для чего? И уничтожить. И где это будет сделано? Они перемещаются по городу. Но у них назначена встреча в медресе Аль-Каласах. Там я найду Джубаира. Отличная работа, как и всегда, Альтаир. Ты сможешь остановить его, прежде чем он нанесет удар. С твоего разрешения, Рафик? Ну, конечно, ты можешь начинать, когда сочтешь нужным. Неси славу братству. Перемотка на более поздний участок памяти. Интересно, никто не пострадал? Проходят они. Они говорят, у них... Ай, ай, не заставай! Я убью тебя за это! Ай, мы должны... Тебе нельзя здесь находиться. Помоги ему, Аллах, он обезумел. Ну, еще бы, знаешь, как вариант, тебе не стоит делать такие шаги. Все книги и рукописи в городе должны быть уничтожены. Друг мой, не нужно этого делать. Эти пергаменты хранят множество знаний, что с благой целью оставили нам наши предки. И что же это за цель? Знания будут маяком, что ведет нас, спасая от тьмы невежества. Нет, эти свитки полны словами лжи. Они отравляют разум, и пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, какой он есть. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами. Вы больше полагаетесь на них, чем на самих себя. Это делает вас слабыми и тупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали о том, кто написал их и для чего? Нет. Вы просто принимаете эти слова на веру. А что, если они обманывают вас, как обычно? Это опасно! Ты не прав. Эти тексты несут дар знания. Они нужны нам. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да, конечно. Раздели же их судьбу! Так будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Хорошо. Ваша задача проста. Ступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены.
И что ты хочешь сказать? Я рад нашей встрече. Христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога. И они заплатят... Да, теку тебе голову! Спасите! Умри, неверный! Что ты делаешь? Иди прочь! Не потеряйте его! Со мной Аллах! Тебе не победить! Тебе не уйти! Аллах, ты не видишь! Он только что убил человека! Аллах проклянет тебя за это! Мы защитим тебя, друг! Проходи! Не пойму, что насилие нечего! Стража! Скорее! Чтобы он вернулся с победой! Он только что врезался в человека. Слепой, что ли? Неверный! Ты оттуда не уйдешь! Это давно не кончится. Давай, давай, давай! Хочешь умереть? На, будь по-твоему. Бери, я не вижу. Мужчине, прошу тебя. Beni gözün kapalı bile yenerim. Beni yenemeyeceksin. Похоже, он куда-то спешит. Кажется, за ним кто-то гонится. Куда он пошел? Что за болван? А теперь что он делает? Люди домой должны Отпускайте его! Давайте бежать, тебе некуда! Мы позаботимся о стражниках. Выполняй задание. Ты от меня не уйдешь! За ним ученик! Да! Он бежит от меня! Почему? Почему ты это сделал? У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если, на твой взгляд, они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их, чем истина отличается от ложного. Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав, и поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти, источник знания, с которым ты не согласен, и тем не менее ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. То, как не древние свитки, воодушевляет крестоносцев, что наполняет яростью Салах-ад-Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва. Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Тебе конец!
Бери, Еремия. Тебе конец. Ты от меня не уйдешь. Подайте пару монеток. Давайте бежать, тебе некуда! Скажи мне, ждал ли тебя успех? Да. Пламя Джубаира потушено. Он мертв. Отличная новость. Я не сомневался в твоей победе. Это надо было видеть. Ученые с готовностью пошли за ним. И они жгли не только книги, они предавали огню любого, кто вставал на их пути. Невежество несет лишь зло. Сегодня ты сделал благое дело. Как и остальные, он полагал, что поступает правильно. Расчищает путь в светлое будущее. Ну, конечно. Так работает разум безумца. Все то, что я видел за последние несколько недель. Будто весь мир сошел с ума. И поэтому мы хотим остановить войну, чтобы разум вернулся. Людям нужны лидеры, которые направляли бы их. И этим пользуются злодеи вроде Джубаира, подталкивая их к злу. Ступай, Альтаир, иди к Аль-Муалиму и поведай ему о благе, что сотворил сегодня. Покоя и мира тебе, Рафик. И тебе также. Перемотка на более поздний участок памяти. Чтобы собрать сведения об окружающем, используйте. Добро пожаловать, дитя. Есть новости?
Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус? У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибрант. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились. Но как? Мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Скоро, скоро. Мы уже близко. Между нами и последней целью стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть? Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры – враги? Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Да, чтобы изменить мир. Поэтому я послал тебя украсть сокровище. Поэтому я держу его под замком. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Я сделаю это. Мир и покоя тебе, Альтаир. Такие замахи открывают вас для врага и ведут к гибели. Что? Вот так напугал. За ним. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких...